Дорогие пользователи, предлагаю вашему вниманию свою покупку. Это термостат, вы его видите на экране. КТО 011. Регулирует температуру от 0 до 60 градусов. Вот описание этого термостата. Нормально закрытый. Размеры, вес, IP, крепление 35 мм динрейка. Я его приобрел, чтобы включать обогреватель в кессоне, когда температура будет низкая. То есть, когда будет 0 градусов, чтобы он включался и подогревал до плюс 4. Пределы это позволяют сделать нам. То есть, я его выставлю на 0, и он будет включаться при этой температуре. Вот есть подробные характеристики, спецификация, количество циклов. Плюс-минус 4 градуса, как у них написано, толерантность. Ну, как у нас говорят, гистерезис или, в общем-то, на эти 4 градуса термостат подогреет. То есть мне надо выставить и понимать, что на 4 градуса будет осуществлен прогрев. Теперь непосредственно сам термостат. В стандартной упаковке прибыл. Вот такой термостат. Контакты. Крепление 35 мм, к нему инструкция прилагается, подробная, на 6 языках. И вот последний, видите, русский, схемотехника присутствует. В общем, приятно удивлен оказался такой покупкой. Но с ним мы поэкспериментировать можем, только что прозвонить его. Но у нас вот комнатная температура примерно 23-24 градуса. То есть вот мы сейчас тестером его позвоним немножко, покрутим, посмотрим. Где-то на 20 градусах получается он должен начать у нас пищать, контакты замкнуться. Он, собственно говоря, захочет подогреть. Вот, замкнулись контакты. То есть вот если я выставлю 20 градусов, то он где-то так вот сработает еще. Уже сработает на то, что надо прогреть вот до 24. То есть это крайняя точка. Ну и соответственно, если меньше, то вот уже срабатывает он. Размыкаются контакты и слышите, писка нет. Соответственно, я выставлю термостат у себя, чтобы поддерживать температуру плюс 4 на 0. И где-то до плюс 5 он будет мне подогревать. Ну, на этом, в общем-то, мое описание заканчивается. Всего вам доброго. До свидания.